Перекресток улиц Марии Рябининой и 10 августа – больная мозоль многих ивановских водителей. Сначала здесь было две полосы, хотя ширина позволяла и три. Потом инициативные автомобилисты добились своего. Сплошную линию подвинули. Получилось две полосы по направлению к пересечению с 10 августа и одна встречная. Транспорт не застаивался. С левой полосы ехали налево и прямо. С правой – прямо и направо. Основной поток, конечно, двигался прямо на Лежневскую. Но уже неделю все не так. На перекрестке появились знаки движения по полосам. Теперь с крайней левой прямо нельзя. Это затруднило движение, но многие продолжают ездить по-старому, нарушая ПДД прямо под камеру. В мэрии пролили свет на природу этих изменений. Схема движения транспорта на перекрестке улиц 10 августа и Марии Рябининой была изменена после ремонта дороги на примыкающих участках улицы Марии Рябининой. Она также соответствует ГОСТам и правилам дорожного движения. Однако специалисты Управления благоустройства администрации города Иваново провели анализ дорожной ситуации и решили, что схему организации движения необходимо вернуть в прежний вид для предотвращения образования заторов. Эти работы будут проведены в течение недели.